Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство TCL-306. И сейчас я покажу, как на этом устройстве сбросить настройки приложений. Открываем приложение настройки. Спускаемся вниз. Открываем пункт «Система». После чего нажимаем пункт «Заводские установки». Сбросить предположение приложений и сбросить. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.